Размер арендной платы за земельные участки в Уфе городские власти планируют увеличить в среднем на треть. Предполагается, что депутаты Уфимского городского совета примут соответствующее решение на заседании в мае, а новые ставки начнут действовать с июня. Почти в два раза дорожает аренда земли у предприятий торговли. Более чем в полтора раза она повысится для рынка, торгово-деловых комплексов и административных зданий религиозных организаций. В цифровом выражении наибольшее подорожание аренды земли грозит предприятиям связи, автозаправочным станциям, компаниям, которые занимаются операциями с недвижимым имуществом, оказанием рекламных услуг и туристическим бизнесом. Для ряда арендаторов, среди которых железнодорожные вокзалы, станции и другие объекты, ставки аренды не изменятся. Уже сейчас ряд экспертов говорят, что это очередной удар по малому бизнесу. Мы будем следить за этой темой.